Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, и очень много народу, очень много людей, очень много ребятишек, мальчишек и девчишек просили посмотреть на игру под названием Plug and Play и засунуть ее в вынос мозга. Я посмотрю сейчас, без проблем вообще, в эфире Plug and Play, и поехали посмотрим. Так, плюг подключить надо, окей, поехали. Ты чё? Во, дело. Плюга, спасибо, поехали, поиграем. Что? Чё это? Не надо вам, езжайте по разным сторонам. Или надо, наоборот. Давай, ну а, плюг, ну соединить надо все, отлично. Че это было? Ноготь поцеловал ноготь, и ноготь пропал. Что это? А! Че происходит? Алло, вставай! Откачивайте его! Вставай, чувак, вставай! Вставай, ты сможешь, иди туда. Иди. Быстрее беги, вот, нормально, давай, давай, давай. Хорош, там был, можно что-то нажать. Стой. Сука, подожди, я соберусь с мыслями. Развернись. Беги. Одного чувака мы просрали. Хорош. Ну-ка, не... Во! Во! Чувак очнулся, молодец. Теперь светло, теперь пойдем полигонечку. Привет, пацаны. Как дела у вас? Ты хочешь использовать принцип домино, скажи мне? Ну да. Ну-ка разверни. Ты дурак, что ли, совсем? Да ты вообще дурной, что ли? Вот этого надо нажимать. Вот. Вот. Подожди, стой. Что происходит-то? Ну, ты, конечно, юморок, у тебя своеобразный, я тебе отвечаю. Вставай, голожопик. У вас у всех такой. Приколисты, чё? О, нам немножко упростили задачу тем самым, в смысле, ну, короче, вы поняли. А ты сам упади. Куда ты побрел-то, розетка? Вот, что за наркоманик? Ты тигр-то вообще придумали? Про что это? Нажмись. Вот, все, поехали. А, вот оно что. Вот так вот. Спасибо, давно бы так. Отлично, заходи. Во! Вот в эту. Это... У тебя лицо появилось. Давай сюда. Нет. Не вздумай высирать вилку, я тебе серьезно. Одумайся, чувак, одумай. Ты не... Ты, тебе нельзя. Монетка. На, чувак, молодец. А, это крышка тебе, на. На, возьмите вознаграждение за труды. Набери. Опа. Чувак, возьми деньги. На, чувак. Может, одну на одну? Стой! На, я все прощу. Забери деньги, не выходи, не бросай меня. Да страшно находиться в таких белых комнатах одному. Забери деньги, купишь себе что-нибудь. Ох, нихера себе. На. Иди за деньгами. Принцип кошелька. Иди туда. Иди, иди. Во. Иди. Иди. Иди, собирай свои жалкие монетки. Сам выстрел, я их еще должен руками трогать. Какая гадость. Фу. Трогать. Трогать деньги. А, я по... Не, не понял. Не, не понял вообще ничего. Это в одну входит?
Нет. Спасибо. Давай. Привет. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Ты знаешь меня? Do you know you? Я тебя знаю? А, нет, ты меня знаешь? Do you know me? I know you. Я знаю тебя. Ты не знаешь меня? Нет. Yes, I do. Да, я знаю. Ты не можешь. You don't. Yes. Да. Не. No. Yes. Да. Ну да. Yes. No. Это по-любому была женщина, я отвечаю, это по-любому была женщина. Потому что... Я знаю тебя. Нет, не знаешь. Знаю тебя. Не знаешь. Ты не можешь знать. Могу. Нет. Да. Нет. Да. Ладно, да. Нет. Утопало, это что за дела? Ты любишь меня? Do you love me? I don't know. Я не знаю. А, я думаю, ты любишь меня. You love me. I don't love you enough. Я не люблю достаточно. Я люблю тебя. I love you. I don't think I love you. Я не думаю, что я люблю тебя. Ты уверена? Are you sure? I think you don't love me. Я думаю, ты не любишь меня. Я знаю, я люблю тебя. I know I love you. I'm not sure. Я не уверена. А, ты меня слушаешь вообще? Да, слышу. Конечно. Sure. Yes. Да. Yes. Yes. No. Ай, что же вам, женщинам, надо в конце-то концов? Объясните в комментариях уже, напишите, что же вы хотите-то, ну серьезно. Я люблю тебя. Я не думаю, что ты меня любишь. Ты уверена? Я думаю, ты не любишь меня. Hug me. Я не уверена. I do love you. I don't. Я не знаю. It hurts. It hurts. I'm leaving. Я ухожу. Да ты хорош, ну ты перестань уже, ну ты девчуля, ну ты как вас соблазнять-то? Научите! Он аж пригорюнился, ты посмотри. Нахер отсюда. Нахер отсюда. Чего? Это опять вы, сполосованные. Иди сюда. Иди туда. Иди вот неси, иди сюда, ползи. Во! Вот это я понимаю. Ну, к женщинам подкатываешь. Нет. Нет, а тут просто два друга, на типа, ну ёпта, ну подскажи, ну как вообще там с ними, там типа этого то, ну он ему вот сейчас стоит, обнимает и объясняет, говорит, сейчас пацан все объясню. Нет, это опять одна женщина, что ты будешь делать? Нет, 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 не сто, нет, 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 не надо, стой! Уйди! Дурак! Ой, дурак! Нет! Нет! Туда нет! Не надо! Перестаньте! Иди тоже к ним. Эй, нет. Ну идите сюда, да ладно. По-другому просто ничего. Сука. Как же так-то? Как же так-то? Как? Вот так! Ну, понятно. Ну чё, уже не входит? Да воткнись ты уже. На! Сука! Вот! Давай-давай, на! Эй! Ах! Ах! Держись! Да... Ух ты, какая неподатливая, на! Ну и всё.
А ты не уписался, я ничего не знаю, тебя тут никто не ждал. Ищи свою дырочку, в смысле, свою вилочку ищи. Эй, пацаны. О, в смысле. Ребята. Ребят. Ну хорош, ну мы же пошли гулять втроем, ну чё вы? Ну ребята! Ну я же вообще первый хотел с ней замутить, ну ты чё? Ну ты чё? Саня! Не знаю там, Лёха! Виталик! Пойду! На! Да ладно, чё ты, ну мы с тобой друганы, сегодня ты, завтра я, давай! Или вообще вдвоем, почему нет-то? Ладно, иди к этому. Это же новый? Ой. Ой. Ай. Не надо мешать чужому счастью, на тебе свою. Во, красота. Замечательно. Это человеческая многоножка. Я смотрел такое кино. Выходи. Выходи, иди к другому. Иди тебе по разным сторонам. А, их надо между собой перемкнуть, да? Ну-ка, вытащись. Вот, и ты вытащись. Теперь ты, короче, идешь к этой. Ну-ка, перевернись. О, ты, значит, сюда. А ты, значит, вот сюда. Во! И... Опять они! Не-н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 е
Отдай! Отдай! Да отдай ты палец в конце-то концов! Чё за приколы? Я просто шло в магазин! Отцепись от меня, пальцевый извращенец! Чего надо-то? Давай руку вон ту подними. Чего? Отпусти меня, я тебе ещё... Где? Сука! Вот это, короче, внезапно сейчас было. Ты обиделся, что ли? Они тебя бросили. Помолчали, он обиделся. Пока. Палец. А, это светильник. Это он, походу, был в магазине, вот этот леворукий чувак. Пришел в магазин, говорит, сука, странный светильник. Хочу себе домой светильник в форме пальца. Во. Вот это нормально. Это, правда, полное беспредельщина, но все равно это... Я бы не... Вот хотел бы себе такой светильник, реально. Просыпаешься с утра, ночью ложишься, а у тебя палец из розетки торчит, сука. А-а-а. Тут уже надо звонить этим, которые окна вставляют. А приду и вставлю. Вот такие же таблетки надо. Ну ты понял, когда рекламируют, когда идет хоккей, футбол, или что-то типа того. Высунись. А, это конец. Он подо мной написано конец. Правда, я не знаю, что именно подразумевается под концом. Конец игры или конец чего-то другого. Но при свете все стоит. А при этом, собственно, все падает. Я бы не сказал, что это, конечно, хорошо. Но не сказал, что это плохо. А обычно как бы наоборот должно быть. Должно вот так вот торчать, а вот так вот, в принципе, особо ничего, никакого этого там... Чтобы никто не подозревал, никто ни о чем не подумал. Никто ничего не сделал, и никто ничего не догадался. А можно вытащить тебя, слышишь? Или это реально... А, там что-то вон еще есть. А, нет, это тень. Че, реально все, что ли? О, слоник. Писающий. За все? А, вот, конец тут нарисован. А, это список уровней пошел. Пауза. А, ну, ну чего? Ну, действительно, да, тут список уровней появился. Вот те раз. Так, я не знаю, что это такое. Это plug and play. Подключи и играй. Есть такие составные, по-моему, какие-то там USB-устройства или что-то. Короче, это устройство, которое при втыкании требует дополнительных установок, ни драйверов, ничего. Подключил и играй. Что-то типа того. Я не знаю, куда. Это реальный... Кроме выноса... Не надо, не надо. Кроме выноса мозга это никуда, в принципе, поместить нельзя, потому что... Ползет хлеб.
Или змея, я не знаю, что это ползет. Это больше похоже на французский багет, или как там правильно называется. А очень большой, длинный французский багет с ногтем. Я надеюсь, вы будете здраво мыслить после этого и вообще жить с прежней спокойной жизнью, чего я вам не гарантирую, скорее всего, после всего увиденного. Ну да ладно. Ссылка на Да не расстраивайтесь вы, хлебцы. Ссылка на плейлист будет с остальными выданными этими в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Подключайтесь друг к другу, живите счастливо. До встречи в следующей серии. И чтобы у вас при свете, как и без света, все было одинаково, но не так, как без света в этой игре. Очень глубоко сейчас надо подумать и сказать спасибо, реально дельный совет. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.